Это первые станки, это какая-то клапанная машина водопроводная. На этом станке, судя по всему, делаются гвозди и шурупы. Это тоже какой-то прототип. А, это вот можно делать обувь на этой станке. Какие-то заклепки. Это тоже что-то. Угу. Это лебедка. Так, здесь у нас тоже какой-то механический инструмент, не могу понять какой. Но тоже прикольно. Ну, безусловно, швейные машинки. Естественно, Джонс, потому что это Англия. Если бы мы были сейчас где-нибудь в Германии, это был бы Зингер. Одежда рабочих времен индустриального переворота. Вот у нас шляпа. Ну, собственно, ваш покорный слуга. Также в шляпе. Кузнечная мастерская. Пресс. Наковальня. А вот мы видим обувь, которую носили англичане времен конца 18-19 века. Видимо, это мастерская точильная. Так, а вот это книгопечатание, вот они пластины наборные. Ну, даже больше это похоже на рекламное агентство, да, или типографию, где печаталась реклама. Классно, что дети могут здесь это предметы перевозки различных вещей. Это тоже какой-то механизм большой колесный. Дальше мы идем в зал. Здесь мы тоже видим горизонтальный одиночный цилиндр газ инжин. А, вот это уже двигатель внутреннего сгорания цилиндр с приводом на большое колесо. Это тяговый механизм. Вот патент на 3D машин. Узнаю позже, что это скажу. Ну, а это токарные станки по дереву и по металлу. Интересная конструкция такая. Лошади, подъемный кран. А это, судя по всему, какое-то передвижное жилище в форме корабля. Ну и вот знаменитый ткацкий станок, который, собственно, и вызвал промышленный переворот в Англии. И, собственно, вся система парламентская после так называемого восстания машин. Питание минус мысли. Вот он, капиталист-империалист. И по-нашему сейчас индивидуальный предприниматель, частный собственник. И вот он, ткацкий станок за номером 573.